Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев. Мы находимся в Вятском художественном музее имени Васнецова. Только что открылась выставка под названием «Былина и сказка. Глина и краска». Я сейчас как раз стою на фоне своей собственной работы. Посмотрите на нее. Вы скажете, при чем здесь кисточка? Ее же здесь нет. А я скажу вам, вы ошибаетесь, потому что я ее с собой и взял. Это имитация белки рублевская. Одна из тех, с помощью которых я сделал вот эту работу.